Держи. Да, блинский черт, а. Как всегда. Кто еще хочет поукобениваться? Ты? Ну, держи. Вот снайперов нам только не хватало, а. У меня револьвера нету. В принципе, есть, конечно, револьвер, но он дорогой. Потому что обычных патронов не осталось. Да ладно, снайперов я должен убивать с дробовика, только так. Сюда подошел. Да что ж такое-то, а? Ой, иди нафиг, а. Винтовка, черт! Тварь. Придется сменить вооружение. А, блин. Здорово, что ли? У вас там бочек случайно не стоит никаких? Здорово и тебе. Всем привет. По вам стреляет досквоз. Да куда вы все пытаетесь убежать-то? Они каким-то раком видят пули. Ну, видимо, все. Пора менять вооружение обратно, я думаю. Тупой бот, ненавижу. Не знаю почему. Тихо. Так лучше не делать. Наверное, стоит сделать вот так. Для револьвера у меня все равно патронов нет. Мы долго будем ходить телячьим шагом? Как будто на убой идем, а? Ну, так-то на убой, только не на свой. А на чужой. Так, посмотрим, что у нас здесь. Что-нибудь новенькое? Нет, 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 да, нет. Допустим. Все остальное нам не интересно. О, здесь тоже прикольная фишка. Кто там такой наглый? Куда они бегают? Наркоманы чертовы, а? Да твою налево. И ты держи в голову. Я сейчас сдохну, блин. Такими веселыми темпами. Главное, чтобы патроны от винтовки не закончились. Да, все будет хорошо. Но покупать я их не хочу. Нафиг мне это надо. Двигаемся вперед. В принципе, у них здесь дофигища патронов. Где они там? Куда он подевался, эй? Нормальный парень. Вот теперь никуда не подевается. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Вот это было весело. Чуть нормально. Несчастный случай.
А вот это было интересно. Просто чувака вынесло снайперской пулей. Это было неинтересно конкретно. Они что, мою пулю снесли, что ли, или что? Эй, парень. Я все равно тебя достану. В рот попал. Нормально. Куда еще можно? Например... Нет, сюда не получится. Так, где он вообще? Я его не вижу. Может, я в задницу или как? Ну и последний там, блин, сидит. Последний ведь. А, это цель или не цель? Не понятно, что там, но квадратиком отмечено. Так, что у нас вообще по винтовке-то? Куда еще можно попасть, интересно? Врага с 10 метров без использования прицела. Убить врага, подброшенного ударником при помощи управляемой пули. Убейте кого-нибудь выстрелом, направленным не в него. Чего? Убейте врага выстрелом в пах. Вот я пытался это только что сделать. Ладно, сейчас посмотрим, что сможем сделать. Ну, вот, например, вот так вот, да? Вот так вот, да. В пах, говорите. В пах, так в пах. Попал в ногу, да? Зараза. Не получается. Ну и убил же, а? А, зараза! Не надо так делать. Ну и в чем проблема? Они не умирают. Новость убийца. Замечательно. Иди сюда. Ну иди, кто-нибудь, идите сюда уже, а? Замечательно. Доигрались практически, можно сказать. О, я кого-то фиганул вагончиком от хот-догов. Что там рвануло-то спустя полчаса вдруг? Нормально вообще нравы здесь, я смотрю. Ты что, наркоман или как? Наркоман. Определенно наркоман. Так. Не, не то. Я выполнил условия, это с 5 метров без прицела и так далее. А, с 10 метров без прицела. Ну. Выстрел в пах еще остается, блин. Еще много чего остается. Я хочу винтовку прокачать. На что-нибудь интересное. Посмотрим. Давай открывай, я заколебался открывать все. Пора открывать тебе. Можно пытаться одновременно сделать все. Зараза, забыл, что нельзя вот так вот делать. Попал же, ну. Или не попал? Скотина. Можно сейчас прям
проверить, что там. По винтовке. Получился анальный секс, но выстрел в пах не получился. Скотина убегала. Да когда там в пах-то попаду уже, а? Хрен нас два это сделал. Где у них пах-то? Извините за такой вопрос. Ну, в рух попал, замечательно. В пах, не в пах, наконец-то, я вижу. Нет, не в пах, ну охренеть просто. Как вам в пах попадать? Господа. Ну это было точно в пах. Ну вот что, что это за бред вообще? Ну в пах же, ну... Ну что такое? Ну бред, ну... Просто бред, я трачу кучу денег на эти гребаные патроны, чтобы ничего не получить в итоге. Пора взрываться на дне. Держите. Что, никто не пострадал? Но это было точно не в пах. Ну, допустим, ты сейчас побежишь. А это куда было? Это куда-то в руку было. А, я в другого чувака попал. Замечательно. Я кого-нибудь убью в яйца-то или как? Черт возьми. Ну вот что, вот они постоянно убегают. Охренеть, я должен как-то еще убивать кого-то в пах. Как это сделать? Ну давай! Твою налево. Может это был пах, нет? Тоже не был пахом. Почему ты из руки откуда-то кровище? Из верхней части, по-моему, причем. Мне нужен твой пах! Нормально. Пах! Да какого черта? Ну это был пах! Пах! Это был пах! Блин! Тупой пах! Какого размера он у них, если вот я не могу попасть, уже 20 выстрелов сделал, попасть не смог этот пах. Она сейчас существует у них, или на лбу может где-нибудь расположен. Чё за бред-то? Ой, иди в задницу вообще, а! Ни хрена себе ты! Это необычный чувак. Опять лифт. Обожаю лифты. Давайте прокатимся. Делать, я не знаю. Чтоб в автомате с лифтом можно было ездить. Целый симулятор. Есть симулятор просто лифта. Можно сделать симулятор лифта с автоматом. Так, что тут в базе, что-то там.